Сегодня в мире отмечается День любовной записки. Праздник, согласитесь, мало кому известный, но достаточно романтичный. Сегодня наш корреспондент Антон Данченко спросил у кировчан, кому и что они бы написали в своей любовной записке. Ему слово. Сегодня День любовных записок. Кому-нибудь, может быть, тайную любовную записку. Жду по работе в Киров. Без имен и без фамилий. Просто всем добра, любви и как бы приятного настроения, ребят. Встретимся возле памятника Асоль. На набережной. Всех любим вообще. Все человечество, ребята. Я своей собаке Пома. Чтобы она меня любила так же, как я ее. Кому можно сыну. У него завтра свадьба. Любить, любить и любить. Сыну свою жену. Да, конечно. И маму тоже не забывать. Я люблю очень своего кота Барсика. Чтоб вел себя хорошо, чтоб из дома не убегал. Барсик любит тебя? Да. Да детям своим любимым. Люблю навеки. Могу сказать, просто жду твоего звонка сегодня и все. Всегда. Не только сегодня. Готов всегда услышать ее голос. Любовная записка у меня будет адресована только всем жителям нашего города и только всем жителям нашей планеты. Любите друг друга, уважайте, не мешайте друг другу жить. Дорогая, ну ты знаешь меня, жду тебя всегда всеми фибрами своей души. Очень рад буду тебя видеть. Вечером в 19:00 место ты знаешь.